Когда служба не опасна, но трудна. Центральный мост в Днепре ремонтируют военные. Это срочники, которых на объект отправило командование их части. Местные активисты возмущены. Они утверждают, что солдат используют как рабов. Так ли это, выясняла Елена Миндалюк. В строительной бригаде на центральном мосту пополнение. К работам привлекли срочников. Это видео снял местный активист Вячеслав Поездник. Солдаты общаются с ним неохотно. Есть вот ребята, которые говорят, что они срочники, строят мост. Вы в курсе этого? Конечно. То есть это нормально? Хорошо, что это нормально. Впервые военных Вячеслав Поездник увидел здесь в начале ноября. Выяснил, солдат привезли из воинской части Новомосковска. Службу несут в понтонно-мостовом полку. К нашему визиту здесь, похоже, были готовы. Командир с порога показывает лицензию, позволяющую задействовать военных на стройках. Второй документ – договор с компанией-подрядчиком, которая ремонтирует центральный мост в Днепре. Работу 20 человек оценили в 10 тысяч гривен. Это деньги, которые мы должны выработать на производство сверления, отверстия, бетон, бетонирование. Заключен договор, который личный состав вырабатывает, и дальше мы работаем с ними дальше на следующих договорных обязательствах. Сами солдаты на вопросы о зарплате отвечать не хотят. Мы субподрядчики. Сказали робить, не робим. Тут. А что вы робите? Это все потрохи. На самом деле военных держат как рабов, уверяет активист. Сумма договора там, очень маленькая. То есть она даже не покрывает вот эти расходы на сам бензин. Мы пытались связаться с директором компании, которая занимается реконструкцией моста, но трубку он так и не взял, не удалось застать его и в офисе. Вообще сегодня никого не было. На официальном сайте компании мы нашли сообщение. Военных привлекли, чтобы ускорить работы. В мэрии в ситуации разбираться не собираются. Это подрядчики нашего генерального подрядчика. Заплатит тут им, рассчитается он с ними сахаром, соломой. Это его личное дело, это их хозяйственные отношения. Мы не собираемся в них вмешиваться. Реконструкция центрального моста по предварительным подсчетам обойдется городскому бюджету в 249 миллионов гривен. Компания-подрядчик уже получила 35% от суммы, но так как сроки сдачи объекта давно истекли, договор с ней, скорее всего, чиновники расторгнут. Елена Мендрюк, Евгений Кондинцов, подробности, телеканал Интер, Днепр.